Кустанай уже не один год идет работа по адаптации объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Но итоговые цифры, к примеру, только за прошлый год не сильно радужные. Из 26 объектов лишь 3 адаптированы полностью, а 23 частично. И причин такой ситуации несколько. Ширина проемов, дверей и проходов внутри помещения по своду правил по заключениям 80 сантиметров, но лицо с инвалидностью свободно продвигается через данный дверной проем. Отсутствие доступа на втором этаже и выше. Объекты, которые стоят на адаптации и до адаптации старых годов постройки, в которых отсутствует лифтовая шахта, в связи с чем обеспечить доступ на второй и выше этажи технически не представляется возможным. Помимо этого, большинство объектов не подлежат реконструкции в связи с наличием несущих стен или же другой технической невозможностью. Но самое важное – это проблема выделения денежных средств. В этом году должны адаптировать еще 26 объектов, но пока приведены к нормам только 11. Аким поручил список объектов расширить. Проехать, посмотреть по Гашека, по этим скверам. По Гашека там реально невозможно спуститься. Невозможно там спуститься. Мне кажется, вот даже в прошлом году, вроде, я почему обратил внимание, Никита вроде и поднимал там вопрос, что там был вопрос по спуску, по подъему и так далее. Там только туда надо на машине спускаться и так далее. А если человек гуляет, даже не надо, просто здоровые люди даже там спускаться очень, очень проблематично. Крутой спуск. Там был несчастный случай с велосипедистом, если не ошибаюсь. Напомним, что государственные объекты адаптируются за счет бюджетных средств, а бизнес – за собственные деньги. По мнению акима города, решение этой проблемы в областном центре напрямую зависит от финансирования. Поэтому он поручил увеличить суммы, выделяемые на эти цели из бюджета. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.